Все, народ, здорово всем. И мне тут цинк понадобился вдруг резко неожиданно на пресс. На пресс МК2 мне вряд ли хватит. Непонятные вспышки, если честно. Ладно. Так, здесь до красных не дойти, значит, будем этими пользоваться. Ну ладно. Чем богат, тем и рад. Такс. Теперь бы еще этот пресс найти для полного счастья. Но поиск можно так сделать. А, вот почему я его не мог найти. Потому что пресс здесь выглядит немножечко умно. Ну что, реально что ли это теперь пресс? О-о-о. Блин, раньше-то он по-другому выглядел. Это, вероятно, я устроил стайл и не мог понять, что произошло. Ясно все. Одного куска получается две пыли, кому интересно. То есть это одна из экономических свойств моей сборки. Потому что здесь можно в два раза больше ресурсов получать по умолчанию. Что цинк, что свинец, что медь. Вот насчет пресса, конечно, я тут немножко лоханулся. Я не могу никак найти электро печки. Это меня немного раздражает. Так, здесь мы можем поставить модуль продуктивности. Нет, значит только скорость. Забавно. Хватает мне. Да, вот у на 6 буров мне не хватает, блин, прикинь, меди. Я немного сам в шоке. Нет, это не смешно, вот ни разу, если честно. Да, нормально, меди мы здесь насобираем хорошо, хоть что-то радует. В принципе, я хотел использовать полную медную руду, но тут, как видишь, железа у меня почему-то хватает сполна, а вот с медью, это мягко сказать, проблема. Патроны я сейчас сделаю чисто уже бронебойки. Хотя странно как-то. Куда вот я столько меди израсходовал, мне интересно. Вот этот ответ бы я очень хотел знать. Так, ну ладно, даем до электроники, прессы построим. В принципе, электроника, электроника, электроника. И тоже свои траблы будут. Руду практически все я завершил. Игра нормально идет, не лагает пока. Все зашибись. Настройки народ мира будут. Настройки и мира, и обзор будете смотреть именно у меня в этом в обзоре. Я это все покажу. Сюда обзор будет вначале короткий, потом будет довольно-таки большое всего видео. Дальнейшее, то есть. Первые 5 минут это будет обзор, а дальше видео будет, в принципе... Стоп, что? Я здесь не поставил эти буры. Ай-яй-яй. А я тут немножко извратиться решил. И купил буры подороже. Мне быстрее копают, а мне нужна территория. Запендюрим так. Да, это сказать так немного читерю, но, честно говоря, потом производить эти буры это немного геморройное занятие.
так и он как читерет. Жестко при том-то. Ну, бронебойка пока справляется. Думаю, к 75%, когда пойдут очень сильные кусаки, я уже смогу импровизированно сделать все, что нужно. Так. Медиум, мне немного толку от нее пока нету, да? Да, я относительно медленно развиваюсь в игре, кому интересно, но это и развитие одновременно, и проверка. Большую часть видео я вообще пропускаю. Не вижу смысла здесь жаловаться. Что вот ты неправильно играешь. Я с похожими сборками, с похожими настройками еще ни одного видео не видел. Пластицы, это хорошо. Так, места вроде должно хватить. Ориентировочно должно. Практически не знаю. Скоро вся руда закончится. Почему у меня дживали-то так до хрена реально? Я вот понять не могу. У него таких количеств как бы не надо. Да и природный газ был уничтожить. Толку от него тоже нет. Давай посмотрим, как тут кусаки разбегаются. Так, вот эту руду бы еще потом откусить. Опа, тёрли. Да, обычные патроны уже плохо справляются, кому интересно. То есть бронебойка сейчас самое то. Так, топливо у меня там как поживает. Хорошо. Так, вот здесь, конечно, надо что-то как-то придумывать. И, вероятно, керосин. Я буду сейчас переделывать керосин под все бочки. А здесь буду под топливо штамповать. Надо как-то это все продумать, хотя давай сейчас посмотрим, да, переделаем, тоже не проблема. Так, к примеру, сюда мне поступает, ну да, горючего крайне мало поступает, так что отключаем. Надо, чтобы оно тут вообще все ушло. Сжигать или может пока временно на топливо, значит, не на горючее. Так, стоп, не горючее надо именно для этих кубиков. А, Liquid Oil нужен. Liquid Oil у нас делается. Liquid Oil, Liquid Oil. Так, Liquid Oil у нас. Не то. Делается с парой горючего. Опаньки. С парой горючего мы делаем синтетический газ и остаточный газ. А вот это уже интересней. Сероводород, ну да, сероводород только получает другим путем, ну да ладно. А вот Liquid Oil, то есть горючий остаточный газ. В принципе, неплохо, и у нас будет куда уходить место для остаточного газа. То есть горючий остаточный газ — это good.
Так, ну у меня тут, конечно, хоть этого газа достаточного, в принципе, немного. Здесь бы я все переделал, да я вообще бы снес это. Но это моя единственная нормальная генераторная. Так что, ой-ой-ой. Им тут не пройдет. Так, все хорошо. Подключиться к системе Тюпельнюпель, да? Сейчас будем пробовать. Так, здесь отключаемся. Так, с утролькой поставим аккуратненько вот сюда. И сможем подключиться. Значит, он все сожрал вообще до дна. Молодец. Хорошо. Берем факельную установку. Ставим на скорость, чтобы она все, как говорится, высасывала. Должно немного облегчить, конечно, свой труд. Тоже такое организовать ей не очень как-то охота. Так, пошли сверху разберемся тогда сразу. А, ну нормально, хватает всего. Потом будем уже производить, когда топливо хорошее. Вот это уже будет повеселее. То есть, да, здесь внизу у меня будет дополнительная генераторная. Большая, мощная. Ну, как это называется? Топливо засранское, что ли? Вот как-то так. Так, здесь у нас горючка, горючка, горючка. Да ладно, ты издеваешься, игра. Ой. Офигеть можно просто. Странно конкретная подстава. Да, надо же. Точнее, немножечко подободрить. Надо мозги включить. Хоть на секунду когда-нибудь. Так, все, в принципе. Керосин производится. Так, пошли посмотрим, как там у нас дела. О, нефтекачек. Спином стопом. Здесь. Здесь, да? Три нефтекачки обеспечивают топливо. Правда, не все обеспечивает. Ну да. Этот цех, в принципе, мне нужен будет. Вот.
вот он готовый, так как есть. Я потом думаю, куда-нибудь, наверное, внутри него. А, нет, все равно внутри него надо будет как-то делать. Нет, тут мы будем делать все равно генераторные. То есть этот цех у нас, да, будет отдельным бичом, так сказать. То есть это у нас потом будет одна общая большая генераторная. Кстати говоря, сразу подделать. По уму-то получше, чтобы сразу поставить. Да уж, определенно здесь потребуется немного вещь другая. Да, если кто не в курсе, что я планирую делать, то есть я точно не знаю, кстати говоря, давай посмотрим. Кое-что другое. К примеру, это мы так дробим. Ну, все виды руд должны промываться дистиллированной водой. Хорошо. Значит, здесь у нас, в принципе, все поровну. Неохота мне сильно очень территорию расширять под этот глупый идиотизм. Ой, поехали. К примеру, втористая. Здесь серная нужна, азотная, соляная. Азотная, соляная, втористая, соляная. Да, подойдет, кроме последнего. Это у нас Нова. Чего, блин? Ага. Нового орока, конечно, мы не сможем здесь ничего с ней сделать. В принципе, сферитовые руды здесь неплохо. Ай, сколько у нас здесь получается? Ой, побольше. То есть нам надо тут... Втористая, азотная, соляная. Так, две втористых. Две соляных получается. Азотная раз, азотная два. Считаем раз. Втористая два. Серная раз. Значит, две втористых, две соляных, две азотных, две серных. А справимся ли мы? То есть мне для серной кислоты вот эта вот часть будет лишняя. То есть нам вот такой еще один отсек придется сделать, да? Или просто в этот загружать руду, просто переделывать? Как думаешь? Что будет проще? Чтобы новые отсеки не строить? В принципе-то так и посудить. К примеру, что вот это дает нам? Железо, титан, осмиум. А осмиум мне это ничего не давало. Осмиум мне где-то тут нужен был, это я точно помню. Черт, вот вся руда нужна. От платина вспомнил я платину эту гребаную. Ой-ой-ой-ой-ой. От платины здесь у меня тоже нигде не было. И тогда на платине это очень хорошо засыпался. То есть у меня было золото, но не было платины. Да. А вот и... Стоп, что? Флюоритовая руда.
бездна. Это у нас рудой считается вообще, да ладно. Сейчас серо-то я отлично. А вот это уже, блин, забавней. А с флюоритовой руды-то что можно делать? Да уж, в принципе, ни черта не сделаешь. Так, это алюминий. Ну, алюминий я и здесь могу. А, карбонат натрия. Магнезиум. Хром, платина опять. Флюорит, титаниум, асперити, сора, еще и известняк. Да, слушай, вот это, конечно, все забавная тема будет. Здесь надо будет подумать хорошо. Желательно вообще-то сюда, в один отсек это пихать, но нам надо склады как-то будут поставить. Скорее всего, вот так. Чтобы с этих складов можно было нормально все укомплектовывать. А насколько количество руд-то здесь будет? Да это вопрос поглавнее. Да, вопрос поглавнее и потяжелее. И теперь... Здесь не можем здесь делать. Стеночку вот эту вот расширить. Ту-ту-ту. Ту-ру-ту-ту. Было бы совсем неплохо. На один каскад вперед. Это мы эту руду не сможем захватить. Нам эту руду надо прихватить. Так, ладно, давай-ка сначала тут попробуем это тут все подразобрать. Раз, два, если не ошибаюсь, да? Раз, два, три. Нет, у нас тут расстояние три. Но расстояние очень маленькое, конечно, получается. В принципе, здесь у нас еще будут турели дополнительно стоять, так что это не беда, это наоборот. Довольно нехилая уловочка. Это тут я уже доработаю все. Главное подготовить генераторный, чтобы можно было ее поставить. Потому что стены все везде начну ставить, огранять, и ограждать еще большую, блин, территорию. Ну, я что-то как-то хреново представляю, как мне с этим всем справляться. Тем не
мешало бы артиллерию построить, да посносить здесь половину всего нафиг. А хотя толку-то они, что там против, что здесь будут пилить. Что здесь они хотя бы гнезда строят, у меня еще этот... биоматериал их не падает зачастую. Так, воды. Теперь у нас идет веселуха. Мы на нижнюю цепляли или на верхнюю? Да, на нижнюю цепляли. Почему есть расстояние 2? Расстояние 1 должно быть. Нужно до более конкретной обороны. Шу в деревне летом. Уверен, что это хорошая идея, но ладно. Сейчас не до уверенности. Пошла заправочка. Да, вот такой генераторный блок именно и буду делать. Сколько он максимум может нам выдавать киловатт, во-первых, надо посмотреть, чтобы хоть на что-то рассчитывать. Так и мы вниз прогуляемся, там все сделаем, с ней доделаем. Да, бегать, конечно, здесь не очень удобно будет, но извините меня. Совместить приятное с полезным с невозможным и так проблемно. Чем я сейчас, блин, тут и занимаюсь. Переразмещение турелей. Я не знаю, вот эти вот турели, если ставить здесь, это нормально будет или нет. Справятся ли они? Это ладно, мы их будем как... А, ну ладно, я сделаю, знаешь как? Эти турели у нас будут в качестве, так сказать, подстраховки. То есть будем делать блоки стены тогда. Вокруг определенной территории. Кстати говоря, давай посмотрим, если блоки стены делать, сколько у нас уйдет. Ах ты ж, зараза, ты еще копи... А нет, копирование она не... Вроде как скинула, вроде и не скинула. Так, вот. Сколько у нас уйдет секций стены? Раз. Два. Примерно три секции уйдет, да?
немножко еще останется прорехи. Ну ладно. Здесь у нас идет примерно раз. Так, мне надо тогда отключить. Сейчас давай попробуем и примерим, как это конкретно будет выглядеть. А, нормально. Если кто не в курсе, как я буду делать. То есть, в первую очередь, я ставлю секции стены, а потом уже внутри этой секции стены я пихаю генераторную. По-другому не получится. Поставить сначала генераторную, потом стены распихивать тоже не вариант. Мне тут раскочегарят просто путюльгам. Так, ну слушай, неплохо получилось. Значит, практически притык 3 на 5. Ну, неплохо, неплохо. Осталось только здесь турельки доставить, и уже будет хорошо. ЖД пути-то у меня еще тут как? Сохранились или нет? Вопрос хороший. Я в упор не помню ответ. Так, здесь поставили, в принципе, энергия будет на турели. Ну, бочки, конечно, я хоть бы взял и побольше с топливом, но пока этого вполне хватает, и я доволен. Как видишь, стены неплохо могут отстреливаться. Но правда, мне, возможно, придется сразу пытаться сделать готовую секцию стены. И мне нужен будет испытательный полигон. Но это я здесь, в принципе, могу организовать. Либо просто вот здесь сделать и немножко добавить, так сказать. То есть, как-то... А, ну здесь стену я могу, в принципе, снести. Вот три секции будут у нас, получается, этот раз, два, три. И здесь вот такой языковиток сделать под генераторную. А потом целиком это с генераторной куда-нибудь, например, пришпандурить вот сюда. Че скажешь? Нормально? Пока территория не сильно забита. Хотя даже было бы, если сильно... Ой, там еще чистить надо будет. Блин. Да, конечно, здесь проблема. Без артиллерии, конечно, это тяжело будет жутко. Либо еще радар. А, ну радар, да, мы вдоль стен там поставим. Это тоже не проблема. Да и такого, честно говоря, потока многофазной нефти будет довольно много. Я на чё? Раздельно, что ли? А, две залежи. Странно как-то. Толпятся, роятся и жучки. Не, кусаки — это мои любимые животные. Вот в фактории, конечно, они, смотри, какой толпой бегут, и как удобно с ними воевать. Вообще шикарно просто. Брависсимо просто могу сказать. И да, вот гнезда вот эти вот, которые расположены относительно далеко друг от друга, они дают неплохие свои преимущества в том, что кусаки здесь не застревают. В принципе, респятся не с такой же силой, но факт весь в том, что хотя бы они могут бегать, потому что там, кто не помнит, 0.74, ну, 7.74 или какая-то версия была. Они у меня там, проблема была в том, что там такое количество гнезд было, что они выйти не могли. Здесь хотя бы не смогу спокойно ходить. То есть неплохая переделка такая, я тебе могу сказать.
Так, ну что ж, я тогда займусь здесь, так сказать, облагораживанием. И буду думать, как примерно здесь прикинуть получше все. В принципе, я это доделал. У нас здесь, значит, керосин уже начинает заполняться потихонечку. То есть, энергоемкость надо проверить. То есть у меня все запущено, да? Да, все. Ну, какая у нас тут будет энергоемкость, а? 1 тераватт. Неплохо. То есть максимальная энергоемкость — это 1 тераватт. Но как ни крути, все равно мне не хватит это под лазерные турели. Тут некоторые турели сами по себе жрут, скотина, 1 тераватт. Одна турель. Если я правильно помню. И не путаю, опять же, различные версии игр и модов. Так что тут тоже вопрос еще тот. Будет работать это так, как я бы хотел, или нет. Так, ну здесь вот турельки, конечно, надо будет получше расположить. А можно вот так вот поставить. Угу. А турели на расстоянии 2. Ну и норма. В принципе, good. Ну, а здесь по стандарту будем делать это у нас. Со старых версий эти генераторы у меня только так оборонялись. Самое удобное, по-моему, средство. Раньше, конечно, не делал базу отсеками. Но, смотри, отсеками копировать и вставлять будет гораздо проще, чем тыркаться, мыркаться, пыркаться, фыркаться. Получается даже неплохо. Раз, два. Верхние вести полосочки. Нет, здесь верхняя. А, здесь верхняя, все правильно, вверх. Изю, так сказать. Должно быть 1, все правильно. Там будет 2. Все, хорошо. Ну, таким вот макаром я сейчас буду, народ, развлекаться. В принципе, я на этом закончу серию. Это уже косметическое такое, но я хочу сделать, чтобы было красиво. Да, у меня кто-то напишет, тут нет конвейера, фу, там типа лошара. Попробуйте поиграть в мою сборку с конвейерами. Вот выпустите видео, я бы с удовольствием бы посмотрел. Но я еще не видел подобных сборок, чтобы кто-то хотя бы пробовал на видео записывать. Довольно-таки с интересной игрой. Кому-то нравится в этой игре, в принципе, конвейерная система. Мне она тоже нравится, но помимо конвейерной системы, с моей точки зрения, здесь должно быть еще что-то интересное. Конвейерной системой сыт не будешь. А у меня здесь и кусаки, и конвейерная система, и все, что хочешь. Меня это очень хорошо устраивает.
Так, это у нас внизу должно быть вверху, да? На бламинго чертова. Ага. Встаньте, давай посмотрим, сколько мы смогли наколбасить, во-первых. Себе меди. Которой мне, блин, сейчас вечно не хватает. Оно не звучало. Капец. Я вот сейчас сижу, думаю, куда мне все железо девалось все это время. И просто не могу найти ответа. Так, ну потрошек пока хватает, все хорошо. В принципе, бронебойка, ну, строится у меня быстро. Так, где я хотел что найти? Во-первых, вот так вот надо сделать. Это раз. Во-вторых, я хотел посмотреть, сколько у меня там биомассы прискакало. Нисколько, да? Да, с биомассой надо что-то придумывать. По-любому. Зато олен руда начинает потихонечку падать, но в очень медленных количествах. И различные артефакты, которые мне понадобятся для флюида, да? Для флюидов. И вообще вот этот вот весь бред. Стало бы желательно продать. Ну ладно, пока пусть будут у меня. Жрать не просит. Ой, я же хотел закончить серию. Всем удачи, всем пока.